В списке самых богатых людей на Земле Forbes, оказывается, есть даже повар. Алан Вонг не самый известный, зато самый богатый шеф-повар. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Вонг владелец всего 3 ресторанов, 2 заведения в США и 1 в Японии. Но очередь из желающих попасть в них формируется за несколько месяцев. Как жаль, что для меня кулинария – темный лес. Какие твои годы? Но лучше начать осваивать этот навык с того, что сама любишь больше всего. Тогда мне уже пора учиться делать коржи и сливочные заварные творожные крема для тортов. Полезным будет посмотреть и видеоролик, в котором расскажут, как делать торт с очень символичным названием «Черный лес».